пофиг. Я понимаю, я один на один окно, Андрей, он там ставит там. Я. Два мида были на восьми. Вы ковры что-то зашифтили. Может, подвал? О, нет, я зарасту. А я на ковры у нас, может быть. Три мидл. Мы зарашили, это... Это, да, нету. Пачка мидл была на восьми. Там двое на восьми с пачкой. Один мидл подходит к нычке. Двое к нычке подходит. Люлька, люлька у нас уже. Стримочка. Окно пошел. Вторая бомба. Вот эти придурки просто бегают, Настя. Они из уровня. Зига, Зига проходит к пожарке, алло. Или перемычка там. Да не, там не все, там один-два. Да я вышли, три анны. Ну вы что, ебанутые совсем, блядь. А, блядь. Я дам тебе дрон, слышишь? Так ты понимаешь, блядь, Раша, блядь, Зиг. Я говорю, то, что там один тип проходит, а потом этот орёт то, что рашит ко мне вопрос. Ну я сказал то, что там один. Я сейчас прав, можешь стрим потом послушать. Меня все мышцы. Ковры минус. Еще бы ковры с пачкой. Один. Один. Меня слышно было? Один. Он подвал идет с пачкой. Один подвал с пачкой. Смотри мне, мидл. Подвал убил. Там еще, слышь? Это не бомба. Он не выйдет, он один, он с пачкой, он не выйдет. Эта пачка будет Б, либо А. Я, мы вышли. Двое на А. Пунту. Хорош, Валя. Бэраш. Бэраш. Алло, гоу, подожмем миду, короче. Хае на 8 и раш. Две флешки на 8 надо. Я флеш закидываю вас, кокос. Дал. Все. Хорошо. Подвал не надо, я смотрю. Я в респе у них. Пойду. Да, иди бы. Подвал смотри. А, ковры один. Выходит. Подвал, вышел. Все. Яма, яма, ковры. Минус ковры. Яма типа. Слушатель сам надевает вышка. Вообще прикалывается.
пачка глушителя называется. Чудеса не пилу. Точнее было. Смотри бы, я... Ты ж встань закрытую на Б. Тебя выйдут, убьют так. Что за хуйня-то, ебать? Взяли зига, нашел, брать. Мидл один за белым с правой стороны. 220. Б ковры клир. А не, в подвале есть один. Один под Б. Под Б один выходит. Возле окон стоит. Окна. Окна у АСБ. Спрыгивает. Не, стоит окна. Окна. Ну он в окне. Спрыгнул. Под Б он. Бэкаври флеш есть? Нету. Б будет. Да, мне тоже такая же. Да не надо, не надо. Один окно. Я один. Бэкаври чисто. Клир, клир. Под мидл помпа. Вышел яму. Между ящиком первым. Трон. Переход. Бомба. Еще. Эти га. Я дам. Давай, давай. Яма. Там еще. Плент класс вроде как. Не точная инфа. Бомба лежит в пленте. Подсаешь в окно лакост? Сейчас флеш накинул. Бэраш, алло, алло, бэраш. Ты че, прошу типа лакост? Да, вообще жестко.
Я ушел просто. Пышка. Какой набежал. Один в коврах стоит. Я убью кого. Я в Я тебе куплю, у меня штатска. Да, я куплю. Перекинь, Андрюха, ОП. Ты один на Белла Кост. Подвал, подвал, перемычку забыл. И мидл. Нет, перемычку зашел. Пакет Б, пакет Б, пакет Б. Выходи, Б. Зига ОП, алло, Зига ОП. Стоит, тебя контролит вокруг, туда-сюда бегает. Зига один проходит. Спиной, Андрюх. Двое, двое, по-моему, двое там было. Один уже у нас, в кухне у нас, без бомбы. Окно. Двери. Выйди, убей в наглую. Чё ты комментируешь, Андрюха? Тебе чё, обычный миг, что ли? Все и так понимают, как играть. Отбитый, что ли, не понимаю. Реально, вот желание нахуй тебя поставить. Зига, типа... Перемычка один. Люрки есть. Еще один люрк. Боже, что? Ковря, ковря, ковря. Пойдем Зигу в окос сразу. Подставишь на коробку? Не, туда, туда, далеко, туда, туда, да, вот тут. Там бы ковры был, типа. Да он рдовый. Зигу за... с перемычкой. Еще рдовый перемычка.
Скорее всего, с Б будет, потому что его там... Я вообще никого не слышал. Левая инфа какая-то. На что спорим, то, что не с респа? Не с респа, это понятно. Он, скорее всего, с ямы вышел. Либо... Да, он с ямы вышел. Не-не-не, Белый, Лё, это у меня бин стоит, случайно. Гоу пода, короче, халдом. Гоу пода, халдом. Респа, респа, го убьем респу. Бомба в открытую стоит, алло. Миду выходим и зиг бежим, короче. ЗЗ раш. Да можно пакет Б просто. Люлька, люлька. Вон ту. Яму, короче, первые два ковры, три последние ямы. Вон тут. Перемычка. Пачка Б ковры идет, три Б ковры и один со мной мидл. Проходим с тобой в окос. Мы белые от ваших. За понтом. Машинили, столько машинили. Просто было понятно, что они зайдут. Это просто, я не знаю, кому-то там приспичило. Но он потом передумал. Привет. Я его не виноват. Не виноват. Вы сами виноваты. Правил как будто не знаете. Полчаса можно было спокойно. За полчаса, за 15 минут, то есть можно было игру сыграть, правильно? Так тебя понимаю?
Так у тебя полчаса были? Да. А, ну где вы? Вы начали в 9 часов играть. Прошло 13 минут, и вы зашли на сервак потом. И вы не доиграли игру. Как вы сыграли игру тогда? 10-0, что-то там 9-1, по-моему, был.